Снижение объемов также зафиксировано и на рынке автомобильного кредитования. С начала этого года данный показатель в Башкортостане рухнул почти на 40%, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Но для сравнения, лидер темпов снижения автокредитования – Москва. С начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило почти 50%. На втором месте Московская область – минус 44%. Но с такой же цифрой замыкает тройку и Санкт-Петербург. Республика Башкортостан на 6-м месте списка. Жители региона взяли автокредитов на 18 миллиардов 300 миллионов рублей. Но эксперты считают, что если бы не государственная программа льготного автокредитования для машин, основное производство которых локализовано в России, показатели падения были бы еще существенные. Но, несмотря на господдержку, цены на авто, в том числе отечественные, для многих оказываются неподъемными, ну а банки одобряют всего 30% из всех поступающих заявок.